Живопись полна загадок, которые можно разгадывать бесконечно. Чтобы понять тайну каждой картины, надо познакомиться с жизнью и мыслями ее создателя. И тогда образы оживают. Смотрите на нашем канале программу «Живые образы». Нам кажется, что оторваться от реальности легко. Включаешь воображение, представляешь себе другой мир. Но не все так просто. Чтобы создать свою реальность, наполненную глубоким смыслом и содержанием, необходима утонченная одаренность. Это свойство присуще художнику Вячеславу Люйко. Сегодня мы познакомимся с его удивительными мирами на примере картины «Большой переезд». Историческая справка. Картина «Большой переезд». Автор – Вячеслав Люйко, 2015 год. Размер полотна 150 на 200 сантиметров. Холст масло. Если мы смотрим много работ, и мы видим, что это мир на какой-то планете. Эта планета называется «Талант художника». Люйко с нашим веком обращается, общается, вернее, иносказательно. Он не собирается отражать его вот, во всей его неприглядности. Да? Он его сочиняет, свое время и свой мир. И вот в этом сочиненном мире он себя очень хорошо чувствует. Это иллюстрация к тому, что я мог бы написать словами. Но, увы, мне вот не сподобился Господь дать сей подарок. Поэтому я делаю иллюстрации к ненаписанным вещам. Биографическая справка. Вячеслав Люйко родился в Мурманске в 1963 году. В 1985 году окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института имени Абая в Алма-Ате. Начиная с 1987 года, постоянный участник республиканских и международных выставок, в том числе персональных. Работы Люйко хранятся в частных коллекциях в Казахстане, Германии, России, США, Канаде, Турции и других странах. Возможно, цель искусства не в том, чтобы находить ответы, а в том, чтобы правильно задавать вопросы. А может быть, цель творца в том, чтобы вспахать, взрыхлить душу человека и сделать ее способной обратиться к добру, чтобы очередной рейс по реке жизни не прошел напрасно. О таких глубоких и важных вещах и ведет с нами беседу знаменитый казахстанский художник Вячеслав Люйко.